Азербайджан, друг армянских властей, более того, лидер Азербайджана, не признает, что у него есть военнопленные. Он считает их террористами. Согласны ли власти Армении с такой позицией? Спрашивает Ишханян, ссылаясь на то, что Министерство обороны и Генштаб не поздравили с формированием армянской армии, а также на то, что на государственном уровне не было организовано никаких мероприятий, Ишханян сказал, что рад этому. По словам Ишханяна, они не имеют права ни поздравлять армянскую армию с праздником, ни говорить об этом, потому что они победили нас и армянскую армию из-за своего верховного правления. Если бы я был военным, любое их поздравление было бы для меня оскорбительным. Их слова должны быть оскорбительны, для солдата с честью. Они не чувствуют никакой боли за пострадавших, сказал Ишханян. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.